Всем доброе утро. Не наступи, говорит, на какашку. Папуля со мной. У нас сколько сейчас градусов? 11 или 12? А, 10 даже показывала, представляете? А вчера утром, когда я проснулась, такой дождь, кошмар. Смотрите, какие георгины. Нифига не жарко. Надо домой порошок купить. Ну а я на работу, Паша со мной, в сопровождении. Поздоровайся с подписчиками. О, здравствуйте. Здравствуйте, утро доброе. Доброе. Идем. Стесняшка. О, даже где-то солнце пробивается. Ну, на днем показано, что одежда нет, такая вот будет облачно. Ну, мы уже, вот смотрите, вот такие вот одежду одели. Пашка тоже ветровки. Да, нет, ну, мальчик, что-то нет. И я в такой, ну, как бы такой подклад. А на днем? Ну, на майку. Днем не, ну, вечером, когда такси ждем, мы очень холодно, вчера не было. Там, сейчас с утра не жарко. Вот так вот одеты. Все, уже для нас лето закончилось, можно сказать. Но так оно и есть. Да, холодно. Нет. С утра ночью прохладно. Это мой? Да. Ёб твою мать. Да. Все, добрый. Мне надо что-то съесть. Завязал непонятно, как развязать. Это у меня доставка. Сегодня заказывала доставку. Сейчас. Там был этот, как его, промокод 30%. Так, значит, из доставки. Вот таких два творога. Все свеженькое, по 140 они. Вот такие три печеньки. Они, по-моему, по 28 рублей. Так, кофе. Вафли. Массу творожную. Ты же хотел? Бананы. Так, молоко вот такое какое-то. А, кстати, магнит сливки Мурка. Что-то такое. Два масла. Кстати, выгодно получилось. Такое молоко. Минералку инсов такие. Сыр, кстати, взяла. Моцарелла чиз. Это типа для пиццы. Картошка. Ну, потом Ни разу не пробовала. Получился 108 рублей. Кстати, нормально на акции. Так, картошка. Так, вот еще одну печеньку. Еще раз взяла вот такой набор бульона мясоделов. Кстати, очень хороший. Тушила 3 часа тогда набор. И вот такой первый раз попробовать набор для супчика по-домашнему. Так, вот все за вот это вот я... А, еще лук, да, красный. Лук красный. 1396. Далее, что просто я купила. Сыр президент с белой плесенью 589 за килограмм. Я взяла 700 грамм. Так, здесь ножки куриные по 159 за килограмм. Курица 149 за килограмм. Дальше вот такие специи. Ты тоже желтый? А то он же, прикинь, смотрите, какой маленький арбузик. Очень небольшие, там, желтый арбуз. Прикинь, такой взял бы. Не для него был не сладкий вообще был бы. Это хорошо? Нет, смотрите, вот с руку. А дыню взяла тоже. Так, дыню. По-моему, я не помню почему. 77 за килограмм. Простой лук хоть подешевел. Получается 39 рублей, 40 рублей за килограмм. Они есть вот такие красные. И перцы. И, кстати, перцы вот эти. Тоже в Катани, по-моему, по 25 рублей они, да, по 25. Перечная с паприкой. Две штучки взяла. По 25, потому что у них тоже дизайн что-то старый. Я не знаю, может быть, скоро срок закончится. Старый, прикинь, вот там-то, а что ему срок-то, старый? В принципе, перцы вот будет. Вот сравнить с этими, где эти. Ну. А, ну те большие, которые у меня. По 25 рублей, короче, взяла. Вот.
И, в общем, сегодня Пашка еще тоже арбуз взял. Вон, у меня в розетку. Арбуз вот такой желтый. Ну что, сладкие? Ну, я тебе говорю, сладкие. Я кусок большой съел. Да, да, да. Порошка набрали. Считаю, за доставку нормально. Что, сейчас все дорого, блин. И я взяла на акции, так что сэкономила. Вот такие вот покупочки. Иди со мной посиди. Пипец. Так, распаковку показал, распаковку чек. Я не хочу. Не кушать или тебя оставлять? Кого? Нет, нет. Ну, кушай, я не хочу. Ну ладно. О, это тут арбуз, я давно его не видела. В смысле, он у вас полдня лежал? О, как раз таки возьму, все. Все спокойно, душой. Да? Все, давай, пока. Потом меня оставишь. Угу. Вот так вот все сумбурно. Все вместе с доставкой, что купила. Так, венца у меня тут розовая. Пашка говорит, так мы же не пьем. Пашка же бросил пить и курить. Я говорю, так это ты бросил. С меня, знаете, пьющий еще там. Я ей, во-первых, иду на 2 выходных. Я сегодня пипец. Сегодня и вчера. Ладно. В магазине народу вообще трэш. У меня тут желтый арбуз. Сыр с белой плесенью президент. Розовое вино, больше ничего не хочу. Ой. Папуль! Да я чуть-чуть полбокальчика. Ладно, ладно. Ну иди сюда со мной. Иди сюда со мной. Пашка же бросил курить сегодня, весь день не курил. Это вообще трэш. Я вчера что записывала, мне не понравилось, что записывала. Такое настроение, пипец. Сегодня нормальное настроение. Просто немного уставшая. Так, девочки, мальчики, за вас. Вторник. Ну, у кого-то пятница, у кого-то суббота. У меня не получается, у меня рабочие дни получаются. Поэтому вот как-то так. Вот. И вчера записывала видео, мне не понравилось. Я начала его монтировать, что попало, короче. И как раз было видео с посудой. Почему, ну как, влога не было. Вот. Очень было вкусно. Ну понятно. Мне понравилось. Это когда ну нафиг? Не буду выкладывать. Сейчас возьму. Еще две. И я пошла, короче. Угу. Все. Мне потом оставишь. Угу. Вот. Не буду выкладывать, думаю. Сегодня другое настроение, все такое. Вот, а у Пашки этот желудок. Ну, не знаю, желудок, он говорит, вот тут-то. Он сразу очканул. Короче, все, курить, типа это. Не-не. Я говорю, я тебе давно говорила. Курил по пачке в день, блядь. Вчера у него оставалось... А, позавчера оставалось 10 сигарет выкурил. Вчера оставалось 10. Утром одну. Пошла на работу вчера. Я говорю, не курил, не буду, блядь. В итоге, по-моему, он, короче, все 10 докурил. И сегодня вообще нет. Все. Ой, чуть-чуть венца. Оно сухое все равно. Арбуз. Так хотела арбуз. Я думала, он купит такой обычный. Взял желтый в универсам сегодня. Он сегодня ко мне, короче, приходил сегодня. Вот мы вместе на работу-то. Три порошка купил, там какой-то 2 килограмма 400, какой-то 1,5, еще какой-то там на 2 килограмма. Что он еще взял? Ну, какие-то вот такие вот язычки, сметану, кефир. И все. Да, пап? А, и вареники они взяли с Санькой. Вот, сварить.
Ну и все, я, короче, доставку. Как раз промокод 30% на Магнит доставку. 30% оказывается на белые ценники. Но все равно получилось выгодно. Я хотела доставку сделать, чтобы домой привезти. Девчонки отговорили, не-не, типа это, ты же здесь работаешь, заодно и заберешь, короче, типа нафиг тебе надо. В итоге я еще помимо этого набрала вот курицу, голень, вот этот маленький арбуз, дыню, что еще, сыр. И все, у меня столько пакетов получилось, блин, пипец. Ну, Пашка встретил меня сейчас у подъезда. Холодильник, короче, затарили по полному. Морозилка вообще некуда ничего класть. В морозилку вообще все полное, представляете? Вот тут только одна вишня, но я имею в виду из мясного даже мяса. Вот, допустим, я в ближайшее время... Нет, если, кстати, я куплю, я сделаю, знаете что? Консервирую тушенку. И вот здесь у меня все полностью до верха. Все. Некуда вообще ничего класть. У меня даже еще ножки куриные не влезли. Но их пока наверх в холодильник. Может, завтра что освободиться? И, короче, в больницу не идет. Засранец. Боится диагноз. Не знаю, мне кажется, я бы уже попу в горсть давно бы понеслась бы. Но я не хочу, как ты, на таблетках. Ну, знаете, чё, блин? Ой, блин. Сегодня прохладно, дождь опять днем был, короче, вот так в Новокузнецке. Не знаю, везде тепло, в Новокузнецке у нас холодно, дождь, еще и град позавчера был. Какой-то капец. Такие дела. Не знаю, что еще вам рассказать-то. Наверное, буду выходные опять с кабачками заморачиваться. Уже эта тема достала уже. Кабачки эти. Девчонки, у нас молодежь вообще не держится. У нас Даша Косец собралась уходить. Вообще не держится. Не, ну если бы была молодая, я бы тоже не держалась бы. Кстати, сладким. Батька-то побольше взял, а я вообще крохотульку взяла. Я его взяла для прикола. Дыни, кстати, вот этим... Желтые, их по 3 штуки брали сегодня вообще. Их распробовали, они сладкие. Еще обычный полосатый арбуз красный не брали. Я, наверное, вот эту всю и съем. Вкусно, всем приятного аппетита тоже. Он, короче, кефирчик сейчас пьет. Вчера такой, хочу творожную массу. Но я сегодня купила, но такую недорогую творожную массу. Ну, они вон Санька пополам съели. Говорит, обалденно. Я говорю, мне не надо оставлять. Потом что? Творог взяла. Я, короче, прочитала, если при желудке, типа,
ну, такое вот молочное надо, все такое. Не знаю, вообще надо к врачу идти, просто к врачу. Может, я его все-таки убедю. Лучше, знаете, сразу по ОМС в 29-ю больницу ложиться на обследование, чем по поликлиникам бегать. Сегодня пенсионеры еще пенсию получили, как вообще все скупает от арбузов до коньяков. Здесь какие-то заведенные. Какой-то дурдом. Кстати, прикольно. Ой, у меня слов нету. Просто слов нету. Можно я помолчу? А кофе я, наверное, с Валберса закажу. Там есть на акции нормальное кофе. Потому что я вот это вот так взяла, магнитовское, потому что просто дома нету кофе. Ой, обалденно. Зато потом в туалет бегать. Вообще клевый. 590 рублей за килограмм. Я помню, тоже был тогда по 600, но у меня денег не было. Тетка с мужиком полностью вот этот круг взяли. А он, по-моему, больше килограмма. Да. Я такая, блин, как я люблю тоже этот сыр. 700 грамм взяла. Офигенно. Так, все добиваем. Ой. Еще надо картошку разложить. Ой. Все, напилась, наелась. Ой. Ну и все, в принципе, мои хорошие. Заканчиваю видео. Спасибо, что со мной были. Ставьте лайки, комментарии. Подписывайтесь, кто не подписан. Все, мои хорошие. Все, до завтра. Пока-пока.